Ежедневно оказывают влияние на жизнь людей. Проблема бродячих животных, и до сих пор так и не удалось установить того, кто будет заниматься отловом бездомных собак в Иркутске и Иркутском районе. Повторные аукционы на определение подрядчиков все еще не проведены. Временно от бродячих псов областной центр освобождают сотрудники питомника К9. С организацией заключен контракт на отлов 60 собак. В городской администрации пояснили, что на розыгрыш нового аукциона по отлову бездомных животных уйдет около месяца. А к середине марта должна определиться подрядная организация, которая будет вылавливать безнадзорных животных на территории Иркутского района. Правда, расценки там сохранились старые – 3600 рублей за одно животное, а не 5600, как постановило законодательное собрание региона на последней сессии. Но зато сократится численность собак, которых нужно будет отловить по контракту.